Федеральный министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах призвал жителей страны проходить повторную вакцинацию от COVID-19, даже если доступные вакцины еще не ориентированы на штамм омикрон. Также в ведомстве заявили о поставках детской вакцины от коронавируса в регионы. Прививать маленьких детей разрешили педиатрам и государственным центрам вакцинации, но в каждой земле по-разному. Самые опасные по COVID-19 земли – Саксония и Тюрингия. Здесь заболеваемость выше, чем в других землях Германии, в два раза. Пока что на первое место вышла Тюрингия. Но в Саксонии не отстают в показателях по распространению коронавирусной инфекции. К другим новостям. Франкфурт на Майне ввел в эксплуатацию самый длинный поезд в мире. За раз в нем можно перевозить на 180 человек больше, чем раньше. Новый поезд длиной в 100 метров, который уже шутливо называют XXL, сможет облегчить нагрузку на перевозку пассажиров в регионе, не требуя дополнительного персонала. Международный женский день, который отмечается ежегодно во всем мире 8 марта, с 2023 года станет официальным государственным праздником в немецкой земле Мекленбург, Передняя Померания. Работать не будут ни офисы, ни школы, ни прочие учреждения.